Саженцы армерии приморской рубрифолия, рабрифолия, образуют плотные куртины высотой до 20 см, которые отлично будут смотреться на альпийской горке или ракарии. Растение состоит из многочисленных тонких длинных темно-зеленых листьев, на фоне которых весной распускаются нежные розовые цветы. Для посадки рекомендовано выбирать песчаные или супесчаные участки, хорошо освещенные солнцем. Место размещения следует предварительно дренировать. Это растение прекрасно сочетается с камнеломкой, низкими видами колокольчиков и другими засухоустойчивыми растениями. Армерия приморская рубрифолия — это травянистые высотой 15-20 см, диаметром 15 см. Цветет растение в месяц май, июнь. Окраска цветка ярко-розовой. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.